Итак, приветствую вас, друзья мои. Продолжаем знакомиться с тайнами даты рождения. Рассмотрим сегодня тему на примере конкретной карты одной из наших слушательниц. Так выглядит ее карта Бадзи. Естественно, все знаки в карте связаны и взаимосвязаны, но есть один, зная который, уже можно охарактеризовать данного человека. Находится нужный нам иероглиф в небесных ветвях в дневном столпе. Называют его «Господин дня» или «Душа дня». Он раскрывает нам информацию о человеке, даже ту, о которой с первого взгляда и не видно. А когда знаешь «Господин дня» своего ребенка, ведь можно правильно поставить процесс воспитания, учитывая его индивидуальность. А если знаешь «Господин дня» своего возлюбленного или начальника, то в твоих руках очень много рычагов для тонких действий. Всего господинов дня 10. В нашем примере у девушки господин дня дерево Ян, или по-другому дерево Джа. Что такое дерево Джа? Посмотрите картинку. Какие сразу ассоциации у вас об этом человеке возникли? Какой он? Даже если такие люди с виду слабые и беспомощные, но внутри у них стержень. По природе такие люди непоколебимые, решительные, стойкие и внутренне очень сильные. Их просто так не сломаешь, не испугаешь. Они всегда готовы помочь окружающим их людям. Дерево Дже – самые лучшие учителя и тренеры. Очень семейные, очень привязаны к корням. На что обратить внимание? Это на то, что самое высокое дерево всегда на виду, и есть шанс, что оно первое и будет срублено. Поэтому, если у вас господин дня дерево Джа, не стремитесь занимать первые позиции, например, стать начальником. Будьте на стабильно втором месте, простым заместителем своего начальника. И все у вас будет замечательно. Хотите узнать гораздо глубже об этих и о других типах господина дня? Например, какой внешний вид приносит удачу? На что обратить внимание в отношениях с людьми? Залипающая кнопка, советы по увеличению финансового состояния и другие. Ссылка вас ждет под видео. Изучайте себя и будьте счастливы!